непонятны вот эти пользователи, какие-то номера, как концлагерь, знаете, не, я уже вам говорю, как-то непорядочно. Пусть YouTube там вас представит каким-то знаком, но вы напишите, допустим, Геннадий Малахов, и дальше что там? А сальмонеллез можно содой вылечить? Не знаю. У меня, судя по всему, сальмонеллез, болели суставы, высокая температура дней 10 была. Вспомнила про соду, начала пить, через несколько дней температура снизилась, стала себя лучше чувствовать, но пока слабость осталась. Так вот, надо точно узнать сначала, что там с вами, сальмонеллез или что-то другое, почему болели суставы, почему высокая температура. А не просто, знаете, и уже на основании этого, и какой вы уведете образ жизни, и на основании этого уже далее, выстраивать какую-то, будем говорить, логическую цепочку по собственному излечению, восстановлению здоровья. А тут вспомнила про соду, начала пить, и все, то есть... С содой, вот знаете, вот соду, я выпью соды сейчас, килограмм, и стану молодым, богатым, успешным и бессмертным. Ну, это вот примерно вот такой вопрос. То есть человек, вот он зашел на канал и думает, что тут сейчас он такая сделает, знаете, вот это как, опа, щелкнул, а вот так вот прищелкнул, и все. Вообще-то это канал для умных, думающих людей, которые хотят получить прекрасное здоровье на основании своей собственной работы. Если вы думаете иначе, это канал просто-напросто не для вас.